Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мария Мистик. Сегодня 30 апреля 2022 года. Мы с малышами вышли на прогулку. Утро у нас сегодня солнечное, ветра нет. Вот температура воздуха не очень высокая, но пользуемся моментом хотя бы без дождей. Последние несколько дней у нас была жуткая погода, противная, холодная. Я ходила даже в зимней куртке. Сколько было градусов, я не знаю. Я знаю, что по ночам были заморозки. Вот мне интересно сегодня посмотреть, пока гуляем с ребятами, мой цветочек, который распустился. Сортовые нарциссы у меня были посажены в прошлом году. Как он там, бедняга, живой, не живой. Ну, а малышня пока гуляет, радуется жизни. Поймать кого-то в кадр тут сложно. Сейчас немножко они чем-нибудь увлекутся. Пока как-то они все в рассыпную. Левка с нами. Борис с нами. Милорд. Тессонька носится. Посмотрите, кто у нас старенький песик. Тессонька, вон как носится. Ну, конечно, в доме воды нет. Первым делом надо, скажи, забраться в бассейн, попить воды. Кто-то тут занимается делишками, кто-то хулиганит. Все в разные стороны. Ой, как мы лезем, ой, как мы лезем. Не дотянуться. Миша и Мила. Лёва круги нарезает. Лёва круги нарезает. Яночка травку кушает. Где вы все? Зося прибежала. Кто куда у нас? Ну и все. Собаки закончились, снимать больше некого. Нету у нас в доме собачков. Кто-то решил вернуться. Яночка бегает. Так. Кису надо прятать в дом. Так, 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 так. Киска идет на руки. Киса! Там жалобно плачет. Фой, нимфа там нарезает с Офелией. Да-да-да, кто-то остался на ступеньках, кто боится у нас спускаться со ступенек. Угу. Надо поругаться. Святое дело поругаться. Мишка несется. Так, 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 киса! Ну-ка, иди на ручки возьму.
На кого ругаемся? Кто там боится спускаться с лесенок? Кто у нас боится гулять, ходить сам? Ника боится гулять, сама спускаться. Так. Магнат боится. Остальные все уносятся. Ой, 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 красавчики. Травка свежая. Господи, Янка Левчика ловит. Сиди, колобок. 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 Мамин, да. Ой, ребята, ребята. Так, я не знаю, как их сфокусировать. Все в разные стороны. Все в разные стороны. Да. Кто куда? Тесонька, красотуленька. Ты бегаешь, колоботик такой. Да, что ты тут увидела у меня? Вот эта красоточка, которую тоже в кадр не поймать. В продаже у нас. Так, Дофелия, Одри травку нашли. Они тоже у нас в продаже, ребятки. Подрощенные детишки. Вот одна из них, Одри. Очень-очень некрупные. Камера увеличивает. Я не знаю, во сколько раз, но в жизни они размером с 4-месячных щенков. А, Миледи с нами еще не вышла. Вот. Труселя. Кто лесенку еще не освоил. Вот Левка уже освоил лесенку. Левка не боится лесенку. Ну, начинается. Леву загнали и облаивают. Сколько травки у нас. Сейчас погуляют собачки. Будем собирать травку для наших черепах. Варежка-кошечка. Кто-то такой у нас молодец, сам по лесенке взад-вперед. А кто-то трусит, там стоит на лесенке и плачет. Спустите, говорит, меня на ручках гулять на улицу с лесенки. Ума. Ума. Тасик, кто такой красотусик у нас? Такой красивый пес. Песик. Вот, ничего себе. Люся такая. Пронеслась, аж даже слышно. Чебуська вытворяет. Люся! Люся, не тронь ее! Вот ведь. На поиграть с тобой хотела, побегать, а ты пиявка. Да, Яна тоже шкурку надыбила. Такие у нас веселые игры. Прянюшка. Прянюшка, красавчик. Красавчик, прянюшка. Кто такой красивый мальчик? Ой-ой-ой, скорее. Вот как только хочется кого-то покрупнее поснимать, все сразу в камеру. Миша и Мила. Маркушка унеслась. Миша, что ты нанюхалась?
Небо сегодня какое чистое. Сегодня приятненькая погодочка. Не скажу, что прям тепло и жарко, но достаточно приятно на улице. Ой, какие веселые собачки. Евочка пришла, красоточка. Евочку в этом году вязать будем. Повзрослела. Ой, Борюшка, умница, травку кушает. Ну, вот такая у нас сегодня прогулка, дорогие друзья. Все куда-то разбежались в разные стороны. Радуются погоде, свободе. Пес вон веселится. Старушенька наша. Кто чем? Кто-то дела свои делает. Все в разные стороны. О, пошли фазанчиков гонять. Лёвик куда-то умчался. Лестница носится. Барон у нас дома. А Лёвик-то делся. Кто-то там уфа-занятник у меня. Так. О, Лёвик нашелся. Лёвчичек прибежал. Прибежал и убежал. Кто куда? Да, нет. Да, кто куда? Так. Тюльпаны еще. Тюльпаны более-менее. Листики стоят. А, нарциссик стоит. Красавчик. Я уже думала, все. Замерзнет мой цветочек. Так, надо травки черепашкам собирать. Птюх. Свобода, природа, травка, солнышко. Фазанчики там что-то говорят. Лёвчик. Ой, смешнёчкин маленький. Кстати, Лёвушка у нас не крупный растет. Я смотрю, у нас уже щеночки. Январь, февраль. Ой, фазанчики как закричали. Даже я испугалась. Фазанчики кричат, хватит воровать у нас еду. Комбикорм они тут, фазанчики, высыпали, а собачки подъедают. Так, кто-то тут какает, еще как всегда. Как только поснимать на камеру, сразу начинается у нас тут. То одно, то другое. У всех дела. На улицу вышли дела, батя. Лёвка! Ты ж моя хорошенькая маленькая. Ой, господи, чертёныш. Ой, как Лёвик носится. Несется. Ага, скажи, не догоните? Не догоните Лёвку? Смотрите, уже листики распускаются.
Ну-ну-ну! Одри! Поймали Леву у парника. Сегодня последний день второго месяца весны. Так, кустики не ломайте нам тут. Завтра уже 1 мая. У нас почему-то на 1 мая очень нехорошая погода, поэтому сегодня пользуемся моментом. Гуляем побольше, подольше, пока солнце. И, кстати говоря, сейчас у нас действительно раннее утро, а уже тепло, значит, днем должно быть еще лучше, судя по тому, что небо чистое достаточно. Есть облака, но ветра нет вообще практически никакого. Ну, фазанчики иногда воркуют, а пацаны такие... Ой, зачем ты... Ага, лапку наколола. А вот потому что не надо Левку догонять. Лева облезленький. Офелия у нас в продаже. Бело-голубая принцесса полностью готова к продаже. Ой-ой-ой. Кто красивый? Это папа многих детишек, а это папа новых детишек, которых мы вам скоро будем показывать. О, фазанчики. Что говорят, что говорят. Маргоша что-то там одна одинешенька ходит. Не знаю, как поймать ребяток. Спучковать их тут. Ну, начинается. Так. Ну-ка, пойдем-ка посмотрим наш нарциссик. Вончики уже ходят. Варежка-кошечка, красотуленька мамина. Милочка, Яночка, Люся-бандитка. О, стоят мои красавчики. Нарциссики. И вот какие-то такие маленькие цветочечки. Не замерзли. И бутончики еще набирают. Очень-очень здорово. Я думала, нет, не выживут при таких заморозках. Ну вот такая, дорогие друзья, у нас сегодня получается прогулка. Все в разные стороны. Показывать некого. Нет у нас собачек в доме, нету. То куда. Не помогает даже то, что я передвигаюсь с камерой. Обычно они как-то за мной стараются. Зося! Блин. Да. Нимфа. Ямка замечательная. Вот скоро надо это все засыпать, все эти ямки. Замечательные. Мыть бассейн. Да. Еще чуть-чуть и будет лето, скажи. Осталось... О, Маргоня. Маргоша развеселилась. Кто куда? А, не с соськой. Развлекакушки. Ну, на этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Но ненадолго. Увидимся в новых видео. Если вам интересно наблюдать за жизнью наших питомцев, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. О, как хорошо. Стоит кого-то, скажем, начать гонять. И просто прекрасно, весело играем. Ну что, в смородине вы забыли? Что вы там нашли? Да-да-да. А там трусишки сидят, которые боятся по лесенке ходить. Сейчас, скажем, обязательно. Вот здесь тоже нарциссы начинают сходить. Так, ой, как вас там много. А что это вы там скучковались-то? Нету котика, котик дома. Дома котик, вы ищете котика, а котика нету, котик дома. Левтик, ты мой сладкий. Господи, на кого что у нас похож, чертенышек. Ой.
спать, либо гулять. Так, братва, ну хватит все тут разносить-то в разные стороны. Вот ты, господи, Левик ходит. Левик у меня ходит. Ля-ля-ля-ля-ля, такой хорошенький вообще. Что? Так ты не боись, давай спускайся, встали там. И Масика они толкают. Милорд нашелся. Ну, а что ты плачешь? Давай, вот смотри, Левик маленький, и то умеет все. И на лесенку забраться, и с лесенки спуститься. А ты большая и боишься. Ну, не буду я тебя спускать, сами все учимся ходить. Учимся ходить сами. По ступенькам, не страшно. Все ходят. Лев, покажись. Ой, смешной. Ой, смешной. Варежка, кошечка. Что, шоколадки? Шоколадки. Люсик, Люсик, Люсик. Вика. Варя. Фима. Ева. Зося. Офелия. И Люся. Люси, Люси, Люси. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Одри. Левчик. Левчик, чертеныш. Такой смешной у нас Лева. Такой смешной у нас Лева. Такая красивая у нас Люся. И грустный задумчивый пряник. Шута. Так, ребята, вот что же вы все не можете гулять-то нормально? Обязательно что-то поразносить надо, да? Ага. Шо-шо-шо-шо-шо. Так, ребята, ой, это походу в мою клумбу уже пошли. Ну-ну-ну, ну-ну-ну. А я говорю, не буду помогать, сами спускайтесь. Сами спускайтесь. Не буду, я специально не буду вас спускать, иначе я буду целое лето заниматься одним и тем же, носить вас на руках по лесенке, взад-вперед, взад-вперед. Я Нику выношу на улицу, она разворачивается, убегает в дом, стоит на ступеньках и просит, чтобы ее обратно спустили. У Левы таких проблем нету, несмотря на то, что Левчик у нас маленький по возрасту, малыш. Вот все умеет сам, да. Везде надо забраться, везде надо забраться. Все надо свернуть, развернуть. Все, дорогие друзья, пойду довязывать свитер и заниматься домашними делами. Увидимся в новых видео, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мария Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. А наши питомцы продолжают гулять, только уже без меня. Я иду мыть полы, стирать, убирать, как всегда. Утро начинается. Всем пока-пока!